Ирина Николаевна, да. Стоит ли помогать своей маме? Она мне всегда говорит, что дети обязаны своим родителям. Я очень многое ей покупаю. Полностью обустроил ее быт. Продукты, концерты, развлечения, машины, жилье. Ну, вы просто заняли место ее мужа, вашего папы, скорее всего. Помогать-то стоит, только помощь должна быть определена вами. А если вы со своей мамой делаете мама-жена, то вы потакаете ее слабостям, значит, она все больше и больше будет предъявлять к вам требований, а эти требования будут ложиться на вас тяжким грузом, а этот груз вам придется нести, значит, не считая работы и плюсом удовлетворять мамины такие завышенные требования и ожидания к вам, ну, тогда компенсация, да, откуда вы будете забирать эти силы ваши, это будет ваша личная жизнь. Значит, вы никак не сепарируетесь от своей мамы. Она слишком сильно влияет на вашу жизнь. Значит, ваш психологический возраст, ну, где-то лет там до 15-16. И вот это должен, это является таким рабским условием, разорвать которое вы боитесь. Отходите постепенно. Сначала назначайте степень своей помощи, честно, достойно это исполняйте, но потихоньку замещайте время и деньги на то, что вы хотите реализовать в своей жизни. В противном случае мама будет жить долго, а ваши силы будут истекать гораздо быстрее. И мама будет моложе вас выглядеть, и ярче, и приятнее, и говорливее. А вы под такой тяжестью собственной жизни, жизни мамы и сожаление о том, что что-то у вас не получается, то, что вы хотите, но будет вас так пригибать, пригибать потихонечку. Будет сложновато. Решайте и не давайте маме сесть вам на шею. Все-таки деятельность любая в любом возрасте, она продлевает человеку жизнь. Или человек перекладывает на ваши плечи или там плечи кого-то. Ну, тогда у него праздный образ жизни или у вашей мамы праздный образ жизни. А вы и за себя, и за маму, и еще за того парня, каким бы хотели стать, но у вас на этого не хватает ни ресурсов, ни времени, ни сил. Ирина Николаевна, подскажите, да. Я принимаю решение и начинаю действовать. Начинаются советы, и я уже сомневаюсь в себе. Результат, я вроде действую, а результата нет, и время ушло. Что со мной не так? Ваша нерешительность. Когда вы принимаете решение, вы точно должны, допустим, неделя, да? Вот у нас сейчас участники проекта пишут понедельные такие заметки, что у них получилось, что не получилось. И вот когда вы себе начнете такие заметки писать, то вы сразу увидите, во-первых, будет структурироваться память. Вы будете помнить, что было с вами в понедельник. Это очень важно. Так вот, когда вы научитесь себе писать, а люди, которые пытаются вас сбить, они очень заинтересованы в том, чтобы вы оставались на том месте, где вы сейчас находитесь. Значит, вы легко управляемые, вы очень сомневающиеся, вы не верите в собственные силы, генерируя перед решением внутреннюю такую энергию для того, чтобы там, мотивируя себя, да, там вот такой своего рода драйв, импульс, включая внутри, и как только вы начинаете делать первый шаг, вас переключают на другую какую-то, или обесценивают, или переключают на какие-то другие задачки, и вам приходится то, что вы наработали для своей собственной задачи, вкладывать в чужую, или выгорать из расчета собственных сомнений, гоняя в голове не пойми что. Так вот, это и называется предательство себя. Каждый раз, когда вы не имеете устойчивой позиции, когда вы думаете, что кто-то умнее вас, думаете или уверуете, или безропотно подчиняетесь тому, что кто-то другой сказал, вы обязательно проиграете. Вы обязательно получите отрицательный опыт. Это и называется поражение. Это когда вы не сопротивляетесь, когда вы не верите в себя, когда вы обреченно становитесь под чужое очень жесткое управление, обесценивая, падаете на колени и отдаете свою жизнь, свой ресурс другому человеку, даже не подозревая, что настолько даром, настолько многое всего, что
что тому человеку ничего не остается делать, кроме, знаете, с такой съехидной улыбкой этим пользоваться и говорить, ну, как только подкопишь что-нибудь, я опять к тебе приду. А теперь посмотрите периодичность и количество людей, которые этим занимаются по отношению к вам. Их не будет много, потому что вы недостаточно много успеваете накопить, но это будет постоянно, и периодика будет постоянно. Это и называется цикл. Значит, чем дольше вы будете в таком режиме жить, тем меньше у вас будет ресурсов, и тем больше вероятность того, что на каком-то жизненном этапе вы просто опустите руки, потому что сидеть в одиночестве, я же вам всегда говорю, ищите своих. Там, где можно открыто говорить, там, где должна быть именно поддержка людей, стоящих с вами рядом, разговаривающих на одном языке, тогда и все те, которые сейчас находятся вокруг вас, вы очень спокойно, очень достойно научитесь быстро и качественно говорить «нет». Притом не испытывая чувства вины, не испытывая стыда, а понимая, что данный человек в данной своей внутренней конструкции убеждений и стереотипов по-другому поступить не может. Это не отношение к вам, это его жизненная позиция. И если вы таким людям позволяете забирать то, что принадлежит вам, рано или поздно у вас закончится то, что принадлежит вам. Потому что вы не защищаетесь, вы никому не верите, вы надеваете одинаковые платья на всех тех, которых даже не знаете, даже не разбираясь, даже не понимая. Значит, весь мир агрессивен, значит, у вас не очень качественное воспитание отца, и очень такое паразитически немощная ролевая система мамы, потому что паразит он или агрессивен, или больной. Вот мы так и ходим из крайности в крайность. У нас мужчины или агрессивные, или подкаблучники. Да? Никакой золотой середины в большинстве случаев мы просто не замечаем, потому что та среда, из которой мы выходим, мы бессознательно ее и для себя продуцируем по новой. Так что я вам еще раз хочу повторить. Ищите людей успешных, которые не боятся что-то преодолевать. Они готовы будут с вами поделиться. Они готовы вас будут поддержать. И не надо бояться своих ошибок. Лучше исправить, нежели чем всю жизнь ходить и тосковать на тему того, что я много-много раз что-то не сделал. Нужно учиться брать себя в руки, волю включать и делать то, что вы хотите, а не то, что хотят от вас кто-то, потому что вы считаете, а вас убедили в этом несколько раз, и вы абсолютно уверены в том, что вы слабые, никчемные, и у вас никогда ничего не получится.